Здорово, друзья, здорово. Наверное, видно только мою лысую бошку одну. Потому что темно. Так что я сходил в магаз и решил немножечко с вами потрещать. Так что вы потрещите с темнотой. Периодически я буду появляться в виде силуэта какого-то. Короче, у меня 3 часа ночи. Я на Пхукете. Найхарне. Ничего не меняется. Ваше здоровье. Бухаем. Бухаем. Чего хорошего у вас? Интересно, вы расскажете. Егор подтягиваю. На Бангалор-роуд меня не тянет совершенно. Ой, доллар 80 рублей уже. Это очень печально. 80 рублей. 1000 баксов, 80 тысяч рублей. Это очень нехорошо. Доллар 30. Помню, было время, когда доллар стоил 23 рубля, я заказывал кроссовки со штатов и продавал их в Питере. Такие дела. Сегодня ходил в зал, кстати, на iHarm. Кстати, кто смотрел мой перископ, тот курс. Гоша приехал. Куда Гоша приехал? Домой. Здесь местный дискач какой-то. Хорошо. Велик дома. Я решил пешочком пройтись. Американский футбол не смотрю. Если ты про него спрашивал. Ранцы, да. Сейчас будут по дорожке, кстати, стоять у местной забегаловки какой-то. Они обычно мне все время кричат. Что-то такое. Может быть, сегодня вам повезет. И вы услышите это вместе со мной. Так. Мне? Да ладно, я, блин, 112 килограмм лысый хожу тут. Меня все аж сами боятся. Все нормально со здоровьем вроде. Работаю. Сегодня ролик хотел залить, блин. Оставался час. Я то ли ноутбук закрыл, то ли еще что-то, и все оборвалось. До дома идти осталось еще минуточек 7. Так что, может, дурацкий вопрос какой-то задать. Рост 187. С Настей? Да даже не знаю. Мы же разъехались. Мы в разных частях страны. Какой страны мира. Так что, не знаю, жизнь покажет. Все может быть. Что загадывается? По ней ничего не загадаешь. С Водяном не встречался, не знаю, чем он тут. Мне кажется, он тут бухает и жрет. Такое впечатление по его видосам. Не знаю, даже зацепило, не зацепило, но Настя приятная девочка, очень милая. Волосы у нее красивые, улыбка. Пообщаться с ней можно. Вот. Красиво работает, она сидит. Очень приятно ее смотреть. Не знаю даже, как должно зацепить.
Я в этих делах не соображаю, если честно. Олимпийц хороший парень. Мы с ним ходили в ресторан. В рок-кафе ходили, еще куда-то ходили. Мы там синячили чуть-чуть. А он не пьет. Он молодец. Олимпийц, потому что в Боско был. В Олимпийской. Что-то я уже устал так держать телефон. Надо руку сменить. Это, кстати, была бескалорийная газировка. Так, ладно, что еще у вас дурацкий вопрос? Ягуар, если честно, я в своей жизни, наверное, пару раз пил. Я больше по спирту, по всяким таким темам бухарским проходил. А что, у Немагии стрим сейчас? Я бы сходил на стрим к Немагии. Только что, когда они меня звали, я... Они, блин, зовут за полчаса. А я там то в одном краю города, то еще что-то делаю. Если бы мне заранее об этом сказали. А то тишина. Может быть, с Мишаней что-нибудь запишем. А может и нет. Посмотрим, как он отреагирует. О, привет. Привет, Дашуль. Я сегодня иду по тайским. Кстати, вот здесь вот есть. Хай. Можно, можно манго купить. Но я что-то по фруктам не особо, если честно. Разбудил, блин, продавщица. В 3 часа ночи тут хожу. Они там спят. А я тут им мешаю. Мешаю, сон их нарушаю. 3 часа у меня ночь. Жипы всякие ездят. Бананы стоят, даже не знаю, по-разному. Мне кажется, у вас стоит дешевле банан даже, чем у нас. Рублей, наверное. Хотя, ну, примерно то же самое. С этим курсом сейчас в России дешевле всего будет жить. С Ригертом хорошо сдружились. Я бы позанимался тяжелой атлетикой. Кстати, олимпийц тоже занялся ей. О, но я пока так. Пока в тишине это все у меня. Так. Молочные тайки. Не. Ходил в магазин, просто вышел прогуляться, а то практически днями сижу дома. Ем, сплю, рисую схемы и программы, консультирую, в скайпе сижу. Короче, такие, блин, дела рабочие. О, вообще темнота, вообще меня не видно. Я бы не назвал это каникулами. Напивался, когда напивался спиртным, сильно прям, но вот было, был момент, когда мы так нажрались, я так не нажрался, блин, последние 10 лет, числа 3 или 4, я вообще был такое говно, просто такое говно. Это вот когда мы ездили в рок-кафе, ходили, первый раз ходил в стриптиз-клуб, с ребятами. Посмотрел на русских стриптизер, что в Таиланде. Если честно, печаль. Печаль. Пообщался там с какой-то 50-летней стриптизершей. Чисто из жалости даже больше ей дал этих 100 тайских бат. Короче, такие дела. Потом пошли в рок-кафе. Потом
Потом что, куда? Потом пошли в какое-то очень крутое тайское заведение, где была музыка, и они пели рок такой, медленный какой-то, американский. Вот там вообще был по кайфу. Мне там очень понравилось. Короче, такие дела. Но я нажрался в такое говно, что я... Я на самом деле все соображаю вообще. То есть у меня мозг, он... Нет каких-то движений, что я пьяный, что мне надо там в какое-то вписаться приключение, как кому-то по башке надавать. У меня такого нет, я как-то из этого вырос, что ли. Но тело не слушается, и оно такое плавающее. Короче, ты вроде хочешь казаться трезвым, но порой язык заплетается, ходишь как амеба какая-то. Вот. Ну и следующий день, конечно, печальный. Так что вот такая вот дошуля история. Такая дошуля история. Хотел, еще думал, блин, стриптизерши, думал, там будут нормальные. Да приезжай, конечно. Конечно, нажрем с тобой. Ты думаешь, это проблема, что? Я, если честно, подотвык от этого, от алкоголя. Но ради тебя на все что угодно я готов. Кроме гейского порно. ЗОЖ, хуёж. Я на самом деле вообще не любитель алкашки. Сейчас терпеть я не могу. Так что вот это моя пьянка, которая была. Я вообще все эти пьянки. Последний раз алкоголь я пил, наверное, не знаю. Ну, раз в полгода у меня получается, что я выпиваю какой-то алкоголь. А если собрать весь алкоголь за год, то там не наберется, наверное, пол-литра крепкого алкоголя. Так что такие дела. Так что про ЗОЖ можете мне не впаривать особо. Я не ЗОЖник. Я не повернут на здоровом образе жизни. Я считаю, что он у меня и так очень запредельно здоровый. Давай, подхожу к своему дому. Я дошел до дома. Вот мой дом. Здесь где-то муравьи были. Фу. Вот он, домик. Вот он я. Посижу сейчас с вами, еще потрещу. Может, Дашка сейчас спросит, интересно. Может, вы что-нибудь спросите. ЗОЖ, спорт, фармы. Не, ну на фармакологии по-любому надо без алкоголя все. И с идеальным питанием. А то вон тут все мрут, билдеры уже. Недавно еще один умер тут. Макс Самойлов, кто-нибудь знает этого билдера из Плюс 100 Санкт-Петербурга? Ой. Я на мосту, я же хотел делать ПКТ в этом, в Таиланде, после курсовой терапии. Но тут она очень дорогая и замороченная. В итоге я на примбалане, 200 миллиграмм. Чисто, чтобы поддерживать тесто хотя бы в норме, а не быть старым дедом. А бред буду устанавливать. Бред буду устанавливаться. Вот. И откачу килограмм до 94, блин. Эти 110-112 килограмм вообще мне не нравятся. Огромное мясо. Сексом неудобно заниматься. Потеешь вечно. Скажи, когда делал последний раз массаж? Массаж? Я не делал. Мне вот сейчас на днях пишет Фарида,
Она, ну, по Хукете. Говорит, пригоните с Гошаном, сходим в зал. И поем на массаж, поем, поедим куда-нибудь. Вот. И чё? Я ей говорю, я на массаж-то ни разу в жизни не ходил. Мне никто не делал массаж особо. Я потому что очень боюсь щекотки, и я дергаюсь и начинаю бить локтем сразу. Кто меня массажирует. Так что это такая опасная процедура. Вот. К девушке привыкаю, бывает. Но это тоже долго, не сразу. Вот что-то у меня такая... Есть такая штука. Инет упал. Наверное, опять появился. Нет? Пропал интернет? Отдышка? Разве у меня отдышка особо большая? Я сейчас не замечаю. Наверное, есть какая-то отдышка. Но мне кажется, я еще нормально дышу. Да и шел я не быстро. Не знаю, может, физики в натурах буду выступать. Пока вот что-то не знаю, на самом деле. С этими выступлениями, мне кажется, это дурацкая затея, эти выступления. От них толку никакого нет. Может, в НАБУ пойду. Может, нет. Может, пойду в Америку. В Америку хочу поехать. Кто-нибудь есть с Америки? Или в Китай. Я не скидывался на, то есть, каникулы, ничего. Ну так, что там за еду платил за какую-то? Когда они заказывали. А, и за лодку. За лодку платил. Инет снова упал. Вообще не пойму, нахрен такой бодибилдинг с таким ростом? Если я пошел в большой бодибилдинг, надо весить килограмм 150. Это вообще жесть. Нахрен так гробить свое здоровье? Свои 110-то, блин, 112 сейчас напрягает. Ну, я не чувствую, конечно, что я прям такая туловище неповоротливое. Но все равно. 105 мне нравилось в Китае, когда я был. Вот такой вообще четкий. Четкий, сочный, выпуклый. Чуть-чуть мягенький такой, с водичкой.